Компания Яндекс категорически опровергает факт передачи персональных данных об украинских гражданах российским спецслужбам. Более того, руководство поисковой системы заявило, что у сотрудников нет доступа к личной информации пользователей. Сейчас проводятся консультации с юристами для защиты команды. По словам представителей Яндекса, все взаимодействие с силовыми структурами жестко регламентировано. Накануне сотрудники СБУ с санкции Генпрокуратуры провели обыски в дочерних структурах компании, расположенных в Киеве и Одессе. Служба безопасности Украины заявляет, что Яндекс передавал спецслужбам России конфиденциальную информацию пользователей, в том числе сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих вооруженных сил, а также работников органов госвласти.